Всем, ребят, привет! Сегодня у меня очередной выход, а выход у меня не запланированный, не стандартный. Сегодня я буду практически не копать, а обследовать старые дома. У меня передо мной здесь вот такой вот дом. Дом у нас под снос. Здесь у нас был и пожар, и что здесь только не было. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Обследуем первый, может быть, зайдем на чердак и посмотрим, что у нас там будет. Ну, здесь уже вовсю идут работы, тащит добро народное. Блять, темень здесь, конечно, полная. Что, посмотреть нечего? Смотри, мой коллег, не нравится. Короче, бомжатник полный, блядь. Да уж. Ничего любопытного здесь нет. Все засрано. Все в таком удручающем состоянии. Никакого желания обследовать данный участок совсем не хочется. Ну ладно, у нас еще много таких домов, и мы сейчас, наверное, на более-менее свежий дом отправимся. Но для этого мне нужно купить фонарик, потому что я что-то без фонаря выехал, думал, светло. Все будет хорошо видно. Но об чердаках я не подумал. Че, пойдем Юрецкого, может это? В другой какой-нибудь забуримся. Да, в этом доме нет никакого желания что именно либо здесь смотреть. Отстойное место, очень сильно загажено. Так что ладно, отправимся в другой дом. Так, у нас очередной следующий дом на осмотре. Фу, блядь. Воняет здесь, конечно, блин. Фу, блядь. Не лучшим образом. А здесь, да, Юрец, аккуратно здесь. Вету, блядь, в полах, блядь, в полах дыры. Ну, блин, хотя бы взглянуть, что здесь. О, здесь вообще, блядь, жуть. Жуть полная. Разбито здесь все.
А вот здесь вот печь. В этой печи уже побывали комрады. Или же кто-то решил себе кирпичик наныкать. Внизу. Скорее всего, наши люди были. Да, кстати, сюда мы приехали из-за того, что... Ой, потолки-то какие страшные, глядишь, и развалится. Кстати, здесь вот печь стояла. И мы сюда приехали лишь по той причине, что наши знакомые комрады здесь уже побывали, в этом районе. Здесь очень много домов будут сносить. И здесь у нас находили серебряные царские николаевские рубли. И мы тоже решили приехать, посмотреть, дабы сезон на полях у нас уже закрыт. А поковырять что-то хочется. Здесь у нас вот был пожар. Ну, что здесь можно? Здесь можно лишь что сделать? Полы вскрывать смысла нет, потому что щелевых, щели половых у нас нет. Все плотно, добротно сколочено. Единственный как вариант, это остается подоконники и дверные проемы. Здесь у нас еще имеются печки. И вот печи. И печи. Блин, тут так опасно ходить тем, что, блин, имеются дыры. И они накрыты либо картоном, либо чем-то подобным. Так что можно неаккуратно наступить и провалиться. Или в какаху уляпаться. Ну, без этого никак. В общем, первый этаж этого дома нас не радует. Нужно сейчас подняться на второй. На второй этаж. Посмотреть там, что у нас. Вот заманчивое место. Чердак. Чердак у нас скрыт. Были замки. Самое любопытное, думаю, в этих домах, это чердаки. Чердаки были общего пользования, так что каждый мог туда ненужные вещи убирать. Здесь вот видно, вскрывали досочки. Но это явно, наверное, не комрады, потому что, как вы видите, доски плотно сколочены, и смысл, что что-то туда упадет, вероятность очень маленькая. Смысла нет. Да уж. Я думаю, прибор здесь не поможет. Если брать металлоискатель и прозванивать, я думаю, он не поможет. О, рюкзачок. В рюкзаке ножичек. Ну ладно. Между прочим, рюкзак оставил, наверное, один из комрадов.
потому что нож, перчатки. Это такой вот рюкзачок. Ладно, не нужно нам это ничего. Идем дальше. Да-да. Смотреть здесь нету. Нет, не на что. Единственное, смотрите, варианты какие. Это вот эти вот подоконники вскрывать. Вот. И в этих местах, возможно, могут быть заначки. Заначки какого характера? Либо монеты, либо что-то в этом подобии. Ну, а так, не знаю. Погнали, посмотрим, что дальше. Конечно, беспонтовое место. Беспонтовое. Все дома, я думаю, такие же. Да, я тоже считаю, что все дома в этом районе будут в таком удручающем состоянии. То есть негде даже будет походить, что-либо посмотреть, поискать. Дома, они, в принципе, построены перед революцией. Старых находок здесь вряд ли будут какие. Единственное, что вот ребята здесь находили, это при разрушении печи. И то это заначка, наверное, была строителей. Эти дома строили у нас заключенные фашисты. После, наверное, военного времени, я считаю. Потому что таких домов по Самаре очень много. Но про эти дома говорили, что они после революции. Правда, нет, но по лепнине, которая здесь находится, это, наверное, скорее всего, советское время. Ладно, сейчас мы подумаем, что у нас дальше в планах будет. Стоит ли смотреть или нет. Очередной дом. Дом погорелец. Идем дальше. Воняет здесь, по крайней мере, горелым. Не каким-то говном, как в прошлом доме. Запах хорошо передать невозможно. А то были бы в шоке. Так. Ну, ничего интересного нету. Хотя, может быть, что-нибудь и останется интересное. Я имею в виду какие-нибудь картины, какие-нибудь тарелки старые. Может быть, что-то и найдется. Монеты ходячка валяется. Но ходячка нам совсем не нужна. Так, тарелочка. Тарелочка производства Дулева. Ничего особенного. Так, одену-ка я лучше варежки, перчатки, чтобы какой-нибудь гадости себе здесь не подхватить. На рыбалку можно ехать. Так, женщины здесь обнаженные. Вот такие вот. Грудастые.
Хоккейная шайба. Юрец собирает спортинвентарь. То шайбы, то еще что-то. Ну, пока ничего интересного, достойного вашего взора нету. Юрец, здесь щитки есть еще, хоккейные. Ладно, смотрим. Кстати, вот такие вот щиточки довольно-таки интересные. Наверное, я возьму, посмотрим, что интересно здесь будет. Так, что это у нас? Во! Представляете, ходит. 19:14. Ребята, вот что я нашел интересное. Рабочее изделие, и я его, наверное, с собой возьму. Это не просто изделие, это радиоприемник с часами, и все это работает. 19:14. Прикольно, две находки и зачетный. Я думаю, может здесь пошвыряться, может что еще интересно можно будет найти. Хоть я и не любитель таких вот мероприятий по гадостям ходить, но, как видите, первое впечатление об найденном здесь весьма так интересны. Думаю, сейчас попинаю это говно. Может быть, что-нибудь интересное здесь выскочит. Так, женская сумка. Что в ней может быть? Да ничего, наверное, не может быть. Пустая. Но такая довольно-таки интересная сумка. Нирваны, ничего, но нам этого хрени не надо. Чашечка. Вот такая чашечка у нас. Так, для микроволновки. Ничего интересного пока нет. Нет, видно, бомжи собирали все интересное из дома и сваливали сюда. Ну, бомжи молодцы. Вот такие две серьезные находки я заберу с собой. Не знаю, пригодятся нет. Ну, радио пригодится везде. Даже на том же самом копе, когда находишься на шурфе. Чтоб не пипи слышится, радио. А? Чтоб не пипи, а радио слушается. Ну здесь радио есть, да? Че там? А? Треуголка? Какая? Пиратская. Ага, пираты здесь жили, да? Пиратская такая треуголка. Да, здесь спортсмены были. Коньки женские. Как раритет. Можно куда-нибудь было приспособить. Но шишки. Кстати, шишки, это случайно не в поисках золота. Шишкотряс у них есть такой видеоролик. О, ребята, вот это да! Вот это да! Смотрите, что. Это в советское время, между прочим. Я застал, когда был молодым, застал вот эту вот лабуду. И здесь вот такие вот штуки. Ой-ой-ой-ой-ой. Кассета стопудово, порнуха. Робот-полицейский, первая часть. И вторая часть. Но здесь, наверное, было полное дрочилово, жесть. Вот такие здесь. Очень много
порнографических карт. В советское время это было очень модно и популярно. Ладно, мы не извращенцы. Так, для объема информации я вам показал. Да уж. Ладно. Продолжаем. Да, этот домик поинтереснее тем, что он более-менее свежий. Вот, Юрец куда-то полез. А может тут полочка такая? Сколько мы, блядь? А? Что-то прошелся я по этому дому, я так и не увидел, где здесь находится печь. Печки здесь нет. Что-то не знаю, где здесь печь-то была. Ну, вряд ли. Звон увидишь, эти торчат крючки. Батареи? Ну, блядь, в каждом доме видно, из чердака торчит труба. И? Ну. Значит, должна быть печь. Так, это мы на первом этаже, да? Угу. Интересно, есть второй еще этаж? Идем на второй. Вот это тут дырище. Вот такая вот конструкция домов, представляете? Вот такая вот всякая лабуда. О, кто-то ковер приныкал. Не успел вытащить. Ну, проводов здесь, смотрите, скоро сколько. Кто-то, наверное, на цвет мед решил зашкерить. О, чё здесь? Берешь вот эти вот за вот эти вот рога, пипетки, и прыгаешь. Это у нас для спорта, для занятия спортом. Так, что у нас тут? Ой, здесь целый мягкий уголок. Уголок. Так, что у нас тут? Поворотники. Юрец! Юрец! Я думаю, это от 14-й. Я думаю, это Юрцу, между прочим, может пригодиться. Так, что у нас в сумочке? Пусто. Пусто. Так, вон там он. Опять, наверное, кассеты порнографические. Ну, блин. Здесь довольно-таки интересные находки. Вот такой вот светильник. Походу, латунь. Юрец у нас металл собирает. Может, ему пригодится. Так, двигаемся дальше. О, здесь барахла-то сколько. Такие вот забавные баночки. Интересные могут быть, встретиться по старым времен. Да. Этот дом еще более-менее свежий. Так, что у нас тут? Вот такая первая находочка интересная. Бижутерная. Так, что у нас тут еще может быть? Так, нитки, иголки. Гвоздик.
Не знаю, посмотрим, может быть, даже серебро. Посмотрим. Так, еще одна штучка. Так, 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 так. Любопытно, любопытно. Вот такие вот банки обязательно нужно всегда досматривать, смотреть. Потому что, может быть, встретится все, что угодно и довольно-таки интересное. Так. Вот что нашел. Вот что, новый свежий. Любили здесь заниматься сексом и были ответственными. Безопасный секс. Так. Такая вот забавная, любопытная вещица. Но это не старая. Между прочим, этот дом довольно-таки интересный. Интересный по своим находкам. Да. Обязательно, когда смотрите столы или что-то в этом роде, обязательно переворачивайте вот так вот, вверх ногами. Потому что, возможно, что-то может быть здесь вот либо на скотч приклеено, либо что-то. Райский Владимир Борисович. Сентябрь 1984 года. Город Самара, школа, лицензия. Так. Юрец, там видел? Я где-то положил поворотники, по-моему, от 14-й. Я тут хрусталь нашел. Хрусталь? О, хрусталь, это хорошо. И с тарелочками. О, какой, смотрите, ребята. Посвети. Что здесь у нас? Зим, наверное, или зип. Целый набор вот таких вот раритетных тарелочек. Вон еще Юрец что-то нашел. Юрец, вот я тебе что нашел, Юрец. Смотри, они целые. Они как раз к твоей машине. Так. Ну что, ребят, здесь довольно-таки интересное место. Такие вот баночки обязательно надо вскрывать и смотреть, что у нас может быть в таких банках. Банок много, лабуды всякой много. Так, монетки. Ходячка. Ничего интересного. Монет много. Ходячки. Ну, ходячка нам не интересна. Как вы видите, проводку везде повыдергивали. Так, пройдем туда. О, целый крокодил, бля. Смотрите, ребята. Крокодил, бля.
Так, это что у нас? Это еще какой-то. Какое-то чудовище. Интересно, такие вещи находятся иногда. И что это за такое? Какой-то скафандр. И еще один. Два крокодила, блядь. Интересные находки. Два крокодила. И вот это. Так, что здесь у нас? Ничего. Здесь место для курения было. Возможно, что-нибудь здесь вот подоконник стопудово пихали. Здесь фекальное было отделение. Че, Юрец, нашел что интересное? Так, где я не был? Здесь вот я не был. Бомжи были. Здесь тоже опочивальня была бомжовская. Ну здесь вообще шикарные апартаменты для бомжей. Прям шикарные. Интересно то, что они здесь еще вот пьют вот такой дорогущий коньячок. Марсель. Хорошо устроились. О, целый скейт. Одни спортсмены здесь были. Так, в той комнате я не был еще. Что-то я труханул только что, что-то такое интересное здесь пробежало, интересное. Какая-то тень упала. Может, какая-нибудь крыса? Так, это у нас что? Очередные часы. Не надо. Смотрите, что! Ох, что я нашел, блин, нафиг. Смотрите, куча золота. Я нашел свой клад. Нашел свой клад. Интересный клад. Вот это, да, вот это я кладуху нашел. Ладно, для отчетности сейчас соберу это все дело.